известный турецкий актер Асджан Дениз в последнее время привлекает к себе внимание прессы частыми скандалами с бывшей женой. Известно, что пара развелась после года и трех месяцев совместной жизни в июне 2019 года. Вскоре они помирились и проживали вместе с маленьким сыном Гизеем. На днях в семье разразился скандал, в связи с чем Асджан съехал, ведь бывшая жена настаивала, чтобы он снова женился на ней или выплатил алименты, назначенные по решению суда после развода, а это довольно-таки внушительная сумма. Как оказалось, у Фейзы Актан были очень веские основания требовать законного оформления отношений у бывшего мужа. Об этом появилась статья в информационном издании «Гэджэ» 1 сентября. Ведь Асджан Дениз скоро станет папой второй раз. Бывшая жена актера выложила фото в соцсетях, на котором четко просматривается округлившийся животик женщины. Поклонники Асджана сразу же засыпали его поздравлениями и, конечно же, поинтересовались, планирует ли пара пожениться второй раз. Ни Фейза, ни ее муж пока никак не комментируют это официально, но и не отрицают информацию о беременности. Мы будем следить за развитием событий. Подписывайтесь на наш канал.